также присутствующие, начинаем работу, но в 23-м году, поэтому наш комитет впечатления первым шоу свое заседание в этом году. Но сегодня у нас с вами присутствуют те, кто традиционно с нами работает, представители прокуратуры, счетная палата, избирательная комиссия Красноярского края, наши коллеги с органов исполнительной власти. У нас сегодня с вами, кроме того, здесь всегда часто в работе нашего комитета, это и институт государственного муниципального управления. Но хотелось бы сказать, что сегодня у нас в работе нашего комитета принимают участие наши молодые коллеги, члены молодежного парламента, которые присутствуют за докладами. Молодежный парламент представляет тот комитет, который идентичен нашему, то есть комитет по госустройству, законодательству и местному самоуправлению. Поэтому, я думаю, они будут заинтересованы в работе и по возможности участвовать в работе нашего комитета. Кроме того, хотелось бы сказать, что сегодня мы с вами собрались в день студенчества. Да, это все мы прошли через это, и молодые коллеги недавно, и кто-то учится, кто-то давно, но поэтому всех поздравляю с праздником. И мы начинаем с вами нашу работу. Уважаемые депутаты, у нас с вами два депутата сегодня подключились к нашей работе. У нас есть депутаты, которые находятся в отпуске, и у нас кворум имеется. Кроме того, хочу сказать, что у нас докладчик всегда на видите в повестке. Ну и как Александр Вячеславович, он здание буквально через несколько минут подойдет. Поэтому прошу обратиться, кворум для работы имеется. Начинаем работу? Начинаем работу.